Кроссовки, шорты, футболки и желание победить – вот они, атрибуты игрока одного из самых популярных видов спорта. В рамках проекта «Историческая память» при поддержке местного отделения партии «Единая Россия» на курорте состоялся турнир по мини-футболу. Турнир посвящен героям нашим, которые героям СВО, героям Великой Отечественной войны. Также связь поколений, конечно, чтобы мы помнили всех героев. Победа в спорте также приближает нашу общую победу. Поприветствовать участников и пожелать им удачи в предстоящих матчах пришли председатель Совета Леонид Краснорусский и депутат ЗСК Алексей Аксенов. А право первыми ударить по мячу предоставили самым юным участникам состязаний. На спортивную площадку по адресу Ленина 131 вышли 7 коллективов. Среди них футболисты молодой гвардии, АИД, филиалы МПГУ, сельхозтехникума, а также три команды самых юных представителей клуба «Южный». У меня воевал прадедушка. Чтить его память для меня, наверное, это в семье как праздник каждый год. Хочется побольше таких турниров, чтобы люди помнили о всех тех героев, кто жил и будет жить на нашей земле. И сегодня мы постараемся сделать все, чтобы выиграть, естественно. По итогам турнира первое место завоевали студенты АИД. На второй строчке расположился сельхозтехникум. Бронзовые награды достались молодой гвардии. А вот в младшей группе сильнейшим стал коллектив ТОС номер 17. Никита Васюхин, Михаил Григорьев, Анапа регион.